Кремл-актив. Ветровка с утепленной спиной и утепленным впереди фасадом. Для чего? Для продувания. Очень хорошо. Для спорта, конечно, в спортивном стиле она и выполнена. Обратите внимание на рукав. Для чего это сделано? Для того, чтобы не задувало, а второе, человек может быть очень варьироваться по росту, который будет обладать этой вещью. То есть он может быть высотой 1,80 м и выше, худой, на нем будет сидеть хорошо, и человек, скажем, 1,75 м в весе приблизительно 90 килограммов, плюс-минус трамвайная остановка в обе стороны, тоже может на себя ее одеть. Не рекомендую продольные строчки для людей, обладающих интеллектом в этом месте. Вот. Для средней фигуры, для чуть увеличенной фигуры эта вещь подходит. Извините, размер 1. Это элька немецкая, но запомните мои слова. Значит, человек в этой вещи 90 килограмм, может слегка, совсем немножко больше быть, может быть на 5 килограммов и послабей. Рост чуть выше 1,80 м может быть, и до 1,75 м, пожалуйста, садится на любого. Вот такая замечательная немецкая у нас вещь от знаменитой марки Camel Active. Рекомендую. Карманы есть? Карманы боковые, и внутри у нас только один. Три кармана всего. Три кармана. Или тут как? Четыре. Четыре. Наврал. Извините, наврал. Так она еще вдобавок сюда, по-моему, можно ее, наверное, и запихнуть. Ну вот да. Оно как. Да, у нас, Михалыч. У меня все.